Многие слова, которые мы хорошо знаем, пришли из французского языка. Поэтому для тех, кто учит этот прекрасный язык, будет гораздо проще не заучивать такие слова как бы заново, а просто сравнить их с теми, которые есть в нашем родном русском языке. Одно из таких слов – галантный. Мы знаем, что это слово относится к мужчинам, которые выражают изысканную вежливость, любезность. Галантный кавалер, галантный молодой человек. Но мало кто знает, что это прилагательное использовали в искусстве XVIII века, называя так изысканные лирические сцены из жизни придворных дам и кавалеров. Галантные сцены, галантные полотна в Ватто. Во французском языке есть и другие значения этого слова, которые вам совсем не трудно будет запомнить. Галант. Галант в женском роде. Галантный, любезный, avec les dames. Или toujours galant avec les dames. С женщинами он всегда галантен. Любовный. Une aventure galante. Любовное приключение. Un rendez-vous galant – любовное свидание. Être en galante compagnie – быть в приятном женском обществе или быть в обществе своей возлюбленной. Se conduire en galant homme – поступать благородно, вести себя как галантный человек. Пренебрежительно. Une femme galante – женщина легкого поведения. Как существительное «галант» – поклонник, кавалер, ухажер, любовник, как синоним «amant». Faire le galant auprès de – ухаживать, флиртовать за. Billet galant – равняется billet doux – любовная записка, любовное письмо. Анвергалан – волокита, сердцеед, покоритель женских сердец, прозвище французского короля Генриха IV. Думаю, мало кто знает, что наше слово «галантерея» происходит также от слова «галантный». Немцы заимствовали у французов слово «галантри», чтобы называть им магазины, где продаются предметы роскоши, сувениры, как бы предназначенные для галантных мужчин. В русском языке слово «галантерея» появилось в Петровскую эпоху, впервые встречается в морском уставе в 1724 году. Оно пришло из немецкого языка от «калантерии» со значением «мелкие предметы личного обихода туалета». В ту же пору слово «галантерея» начало широко употребляться в русской бытовой речи. Современное значение слова «галантерея» мы все хорошо знаем – это предметы личного обихода и туалета. Производные от него – галантерейный, галантерейщик. Зная всю эту историю происхождения слова, вам будет несложно запомнить и французские значения слова «галантри», так как оно является существительным, образованным от прилагательного «галант». Галантри – галантность, вежливость, учтивость, обходительность. La vieille galanterie française – исконная французская галантность. Manquer de galanterie – быть невежливым. Ухаживание за женщиной. Любовное приключение, как синоним «intrigue amoureuse», плюс комплимент женщине, любезность, «débuté de galanterie» – отпускать комплименты, говорить любезности, как устаревшее значение «элегантность», «изысканность манер».
На этом все, дорогие друзья. Если вам нравится то, что я пишу, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Буду вам очень благодарен, если вы оставите несколько слов в комментариях. Это значительно поможет продвижению моего канала. А bientôt!